все лужи с нашего двора текут в одно место. И все уходит вот сюда. В этом дворе дождю не рады каждый раз, как никогда. Наблюдая такую картину под окнами собственного дома, люди боятся, что асфальт под ногами может не выдержать и случится трагедия. Оно больше и больше размывается. Тут дети гуляют, автомобили ставятся. И может уйти все под землю. Вот я насчитала 6 ям уже. Это же все со временем разрушается. Проходит ливень, да даже не ливень, дождь проходит. Происходит сток воды, и все это моментально размывается и уходит под землю. По словам жильцов, управляющая компания, которая обслуживает дом, проблему недооценивает. Да и в принципе, говорят люди, они на протяжении нескольких лет за территорией ухаживают сами. Потому что обслуживающую организацию не допросишься. 2 года назад там сосед просто за свой счет вызвал там бетономешалку, она приехала, вылила там, мы просто разровняли и все, огородили. А вот сейчас просто были, видать, сильные дожди и начало размывать сильно. И, то есть, ямы, дыры, все стало более больше. Однако перед приездом нашей съемочной группы Ука решила ямы все же заполнить. Местный дворник отложил дела и принялся за работу. Вот. Вместо того, чтобы мне уборкой территории заниматься, я вот засыпаю ямы, и здесь не одна. И далеко не 2 и не 3, при этом дом совсем не старый, 2005 года постройки. Невооруженным взглядом видно, что из-за просевшего грунта контейнерная площадка разваливается пополам. И очевидно, что строительная пена, которой залатали проблему, принципиально ситуацию не решает. Уставшие от дворовых бед люди обратились в администрацию Ленинского района. В свою очередь, в ответе на запрос, власти сослались на управляющую компанию, которой поручили в срок до 20 августа привести в порядок контейнерную площадку. Однако, по словам людей, этого так и не случилось. Александр Бердников живет в этом доме почти 15 лет. Говорит, раньше таких проблем не было. Сначала было ровно, все как бы аккуратно все сделано. Просто, видно, толком не просыпаны были, не продавлены вот эти погреба. И они просто начали потихоньку рушиться. И уже вот, ну я не знаю сколько тут, уже несколько машин, наверное, уже засыпали. В разрез мнением жильцов на ситуацию смотрит директор управляющей компании. Он пояснил, контейнерную площадку подремонтировали, ямы как могут засыпают. На большее не хватает средств и инициативности самих людей, живущих в этом доме. Конечно, по технологии надо все поднимать, все это утрамбовывать. Но для такого маленького дома, это двухподъездная пятиэтажечка, 54 квартиры, это в принципе невозможно сделать, потому что это миллионы стоит. А данный дом, у него месячное начисление 50 тысяч рублей всего. 50 тысяч. Задолженность за этим домом 900 тысяч. Можно было бы привлечь, чтобы дом участвовал в комфортной среде, но на данном доме отсутствует и совет дома. В свою очередь, жильцы намерены в очередной раз писать обращение во все инстанции. Они считают, нарушения, скорее всего, были допущены еще на этапе возведения жилой постройки. И сегодня ситуация уже близка к критической. Может обвалиться вся преддомовая территория, а то и вовсе подмоет грунт под домом. Тем более, что вблизи хотят возводить новостройку. Впереди осень, пора дождей и самое время, просят люди, уже принять, наконец, меры по спасению единственного жилья для 50 с лишним семей. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком.